Облачные технологии – совсем не заоблачные мечты. Это совершенно новый подход к организации бизнеса. Это и Word, и Excel, и PowerPoint, и работа с приложениями. Это и электронная почта, Microsoft Exchange, Link, коммуникации. Все эти услуги сейчас возможны в облаке. И все благодаря новому Office 365. Больше не нужно задумываться об IT-инфраструктуре. Мощные серверы и целый штат IT-специалистов тоже не нужны. Достаточно компьютера, интернета и нового ПО. Они совершенно точно могут ежемесячно знать, сколько денег потребуется на IT. Это очень важно, на мой взгляд, для малых компаний. Для простого пользователя вам необходимо сделать курсовую работу. Вы зашли, сделали, распечатали, больше не пользуетесь. Вам необходимо сделать презентацию. Вы зашли, сделали. Вам необходимо сразу покупать полный пакет Microsoft Office. Вам это не обойдется и дешевле, и вы сразу получаете доступ. Вся информация хранится в так называемом облаке, то есть на удаленном сервере. И доступ к ней возможен из любого места и любой точки, будь то смартфон, планшет, ноутбук или компьютер. Это позволяет пользователям мгновенно обмениваться файлами и данными, организовывать видеоконференции, пользоваться профессиональной электронной почтой прямо в облаке, а также совместно с коллегами работать над документами. Мне нужно получить доступ к отчетам, документам, которые у меня хранятся где-то, то есть мои коллеги туда, скажем так, единое хранилище наших документов. Я для этого открываю все, что мне нужно, это правда. При всех плюсах нового офиса цена на него тоже не кусается. Базовая комплектация одного пакета обойдется всего в 130 рублей. Ближе к облакам стали Алена Решетняк, Алина Николаева и Алексей Бабичев.